В преддверии 1 сентября отделом дорожного надзора города Череповца проведено обследование дорог, прилежащих к учебным учреждениям. Значит, с нашей стороны имеется ряд недостатков, о чем было указано. И, соответственно, эти недостатки будут направлены, информация будет направлена на обслуживающую организацию для их устранения. В основном это касается знаков, которые зарастают ветками деревьев, их не видно, читаемость затруднена. И второй момент – это в ряде мест отсутствуют дорожные знаки, соответственно, о чем тоже было указано. Спецавтотран, в соответствии с проектом организации дорожного движения, разработанным департаментом, поддерживает разметку на должном уровне, то есть они в свободном движении перемещаются по улицам и смотрят, недостатки сами выявляют. Погодные условия, дожди стирают разметку. Безусловно, ее важно поддерживать на должном уровне, чтобы была видимость. Существует определенный ГОСТ по видимости дорожной разметки и ее читаемости. Важно его соблюдать. Маленьким участникам дорожного движения, детям самим будет легче ориентироваться. И водителям это опять безопасность, все безопасность. Основное устройство пешеходного перехода является у нас разметка 1.14.1, это является бело-желтый фон. Соответственно, дорожные знаки 5.19.1 и 5.19.2 справа на желто-зеленом поле. Возле школы обязательное снижение скорости, то есть мы видим искусственную неровность, которая снижает скорость. Безусловно, приближаясь к учебному заведению, водителю нужно быть внимательнее, потому что ребенок на дороге, он ведет себя часто непредсказуемо, неконтролируемо, поэтому водитель обязан соблюдать правила движения.